На территории Московского областного центра охраны материнства и детства появилась рябиновая аллея. За высадкой молодых деревьев наблюдала наша съемочная группа. Со временем как-то медицинская деятельность, она все-таки вытеснила садовую огородную деятельность. Вот, поэтому я все-таки сейчас стараюсь сам уже, так сказать, копать редко и сажать редко. Но, как видите, иногда приходится. В такой роли Николая Щапова увидишь редко. Обычно на работе он в белом халате и за операционным столом. Сегодня в честь праздника своих пациентов детский хирург сажает дерево. Конечно, мы живем в наших детях, в наших пациентах, которых мы вылечиваем каждый день. Но такое вот символичное празднование этого дня защиты детей, мне кажется, что в любом случае оно тоже должно иметь место в нашей жизни. Праздник должен быть в нашей жизни. За компанию с медиками молодые деревья сажают представители власти. Аллея с символическим названием детства появилась на территории консультативно-диагностического отделения. Интересный проект. Я думаю, эта аллея будет радовать всех тех, кто приходит сюда, не дай бог, с болезнями или в позитивном настроении перед появлением новых детей на свет, и будет дарить очень хорошее настроение всем приходящим сюда. Такой подарок маленьким пациентам и их родителям сделали организаторы экологического проекта «Подари дерево.рф». Это движение существует с 2012 года. За 9 лет активисты посадили около 80 тысяч деревьев на территории всей страны. Деревья не только дают нам кислород, но и являются еще климатообразующим фактором. Резкие перепады температур, слишком аномально жаркие летом, холодной зимой. Это все происходит, когда исчезает лес. Поэтому очень важно сажать их и сажать ягодные деревья, потому что одновременно мы решаем проблему исчезновения биоразнообразия фауны, именно птиц в первую очередь. В Люберцах подобную акцию представители проекта провели не впервые. Ранее они сажали в Наташинском парке вишневую аллею. На этот раз активисты привезли в округ 50 саженцев рябины. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.